Друзья, всем привет, канал Каримов Равиль. Находимся мы в городе Казань, улица Тукая, дом 5. Предприятие называется, в котором мы находимся, Болгар-Казан, Тубатяе. Здесь изготавливают головной убор национальный. И одежду национальную, татарскую одежду. Ну, в этом фильме мы как раз показываем то, что у них здесь уже готовые головные уборы. Вот, это мужская половина. И в третьем фильме мы обязательно покажем женские головные уборы и национальную одежду. Ну вот смотрите, здесь простые тюбетейки, без орнамента, цвета разные. Вот. И здесь нарядные, замечательные головные уборы. А вот белые красивые. Здесь в основном мужские, и вот одна женская заблудилась. Белая, очень красивая. Ну, очень красиво. Это тюбетейки татарские. Друзья, напоминаю, канал Каримов Равиль, канал обо всем. Мы эту часть фильма заканчиваем. Еще один кусок снимем, связанный с женской национальной одеждой и женской головными уборами.